Если у вас дома аксессуары, которые позволяют менять свою жизнь хоть каждый день. Если нет, с этой минуты будут. Потому что перед вами не что иное, как спецпредложение нашего сегодняшнего дня. Покрывало нежнее нежного. И если вы сейчас подумали, что у Шоп-н-Шоу появилась машина времени, и мы перенеслись из холодной зимы в прекрасное теплое лето, то вы правы, потому что это просто покрывало нежнее нежного. А все гениальное всегда просто. Вот ты как эксперт, Юль, должна знать, насколько любим этот лот. А если... Это абсолютный бестселлер Ариши телеканала Шоп-н-Шоу «Покрывало нежнее и нежного». Это хит наших продаж вот уже почти, ну почти полгода, с лета оно у нас. А вот за месяц, только за декабрь, было продано 1500! Да, да, мои хорошие, вы не ослышались, именно столько покрывало нежнее и нежного. Сюрпризом покрывало двухстороннее, нежнее и нежного, ну, у нас покрывало долгожитель, две стороны вместо одной. А это значит больше возможностей разнообразить свой интерьер, а это значит нежнее и нежного и проживет вдвое дольше. Вот у меня вот у подружки покрывало испортил ребенок с одной стороны, ей пришлось выбросить, а второй-то стороны и не было. А вот как часто покрывало? Ну, в быту бывает. Ну, конечно. Что-то произойдет. У вас всегда есть вторая сторона, поэтому такие практичные вещи, вы знаете, на дороге не валяются. Уже после полу ночи наши постоянные телепокупатели позвонили, заказали, и остается с каждой минутой все меньше и меньше таких специальных предложений. Цена действует, пока лот есть в наличии или до полуночи по московскому времени. Но 1500 только за месяц, вот это я понимаю популярность. Многие из вас уже оценили качество и оценили комфорт, уют того настроения, которое подает покрывало нежнее и нежного. И попробуйте вы, присоединяйтесь сейчас. Обратите внимание на эти роскошные 3D-цветы. Ведь здесь использована у Ариши уникальная технология создания объемного цветка. Бросьте взгляд на нежнее нежного. Посмотрите, бабочки полетели как живые. Буквально сейчас она сядет на цветок, и в вашей комнате распустятся эти бутоны, и начнется лето посередине зимы. Вот такие потрясающие цветы позволяют насладиться красотой живой природы. И посмотрите, вот эти бабочки, прям чувствуется солнечное настроение. Выполнено наше нежнее нежного из прочнейшей микрофибры. По тактильным ощущениям она невероятно мягкая и даже визуально походит на хлопок, что сделает атмосферу в вашем доме особенно уютной. А еще микрофибра хороша тем, что пропускает воздух, гладить ее не нужно. Это абсолютно экологически чистый материал, гипоаллергенный и не выцветает. Сколько бы вы ее ни стирали, даже ограничений по стиркам нет. И вот эти потрясающие цветы, которые дарят летнее настроение, останутся с вами надолго и не только. В Новый год с покрывалом нежнее нежного, внимание, вы зайдете с самым модным аксессуаром, потому что нежнее нежного выполнено в той колористике, которая будет модной и актуальной. Это тенденции следующего года. Ой, Юля, а я знаю, что наши многие модницы, наши многие покупательницы любят именно такую расцветку. Розово-лиловую, нежную, сиреневую. Представляете, как наш вкус совпадает с модными тенденциями 2016 года. Новый диван, обновленная мебель, красивая кровать в спальне и еще и вдобавок одеяло. И мне очень нравится то, что можно как легенькое одеялко использовать, например, тогда, когда мы наступит весна, и мы перекачивает наше покрывало туда, в загородный дом, может быть, на дачу. То есть мне нравится, Ариш, я хочу подчеркнуть, да, как эксперту, практичные вещи, которые можно использовать круглый год, а не только в один сезон. То есть у нас еще и три в одном. Двустороннее покрывало, две стороны покрывала. Плюс мы можем использовать как легкое одеяло. Юль, и что, и даже на пикник можно с собой взять? Совершенно верно, потому что отстирается оно очень легко. То есть это покрывало, которое можно использовать круглый год. Вот этим оно мне нравится, своей суперпрактичностью. Что не только на один сезон вот так вот, а потом выбросили. Вот так вот оно будет кочевать из квартиры в загородный дом. И это идеальный подарок, потому что красивые вещи еще и такие практичные. Каждый рад бы был получить. Позаботьтесь о своих близких с покрывалом нежнее нежного. Посмотрите. Так. Вот. А мы сейчас показываем как раз-таки практическую сторону нашего покрывала. Ариша мне помогает, я буду рассказывать. Мы сейчас посмотрим, как интересно простегано покрывало нежнее нежного. Это немаловажный элемент. Вы обратили внимание? Нет дырочек от иголочек, нет
нитки, которые могут зацепить, например, животные или детишки, а это значит нежнее нежного всегда будет сохранять свой первозданный вид. Дырочек от иголок нет, Ариш, значит наполнитель не будет выбиваться на лицо и накатываться, то есть всегда мягкая, всегда нежная поверхность, которой одно удовольствие прикасаться. Ваше место отдыха всегда аккуратно, безупречно. Вот это мне очень нравится, что нету никаких ниточек. У меня была ситуация, подружка купила покрывало, повелась на стежку, очень красивая, объемная, один раз постирала и выкинула все нитки во все стороны. И от самого красивого эффекта вот стежки, да, то, что добавляет шарм. Посмотрите, ведь как нежное-нежное облачко, да, Юль, вот каждый отдельно шарм. И это сохранится. Люблю практичные вещи, а вы? Юля, мне кажется, такому покрывалу найти применение можно в любом доме. Эта вещь актуальна и подходит абсолютно под любой интерьер, ведь это краски природы. Если ваша комната лишена света, покрывал нежнее нежного визуально увеличит пространство за счет голубого, который отражает солнечный свет и свет у вашей люстры. Поэтому в маленькие комнаты футляры, в спальне, в комнаты, лишенные света, которые выходят на теневую сторону, оно особенно актуально. Ну и в большой гостиной это яркий акцент. Возможность изменить интерьер на щелчок, одним взмахом руки. Выгодно, быстро и удобно. Такое возможно только с покрывалом нежнее нежного.